По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова республика направила сегодня очередной груз поддержки в зону проведения специальной военной операции. Более 300 единиц шансового оборудования, необходимого для строительства фортификационных сооружений, получат бойцы из нашей республики. Груз был сформирован Министерством промышленности, энергетики и транспорта Карачаева-Черкесии, исходя из запроса военной части в станице Сторожевая. Отмечу, с первых дней спецоперации поддержка бойцов и их семей в центре особого внимания руководства региона. За это время по поручению главы региона Рашида Тимрезова в рамках работы Единого республиканского штаба по оказанию помощи военнослужащим и членам их семей уже было отправлено более 750 тонн гуманитарной помощи.